Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Полковникова Рима. Алексей Варламов – русский писатель и публицист. Гость форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который пройдет в Ульяновске в сентябре 2019 года. Сегодня мы расскажем о книге из серии «Жизнь замечательных людей», написанной Алексеем Варламовым, которую он посвятил знаменитому русскому писателю, режиссеру, актеру Василию Шукшину. Опираясь на письма, рабочие записи, архивные документы, Варламов предпринял попытку расшифровать своего героя. Как Шукшин стал Шукшиным? Каким было его детство? Как влияло на его творчество личная жизнь? И, наконец, что удалось и что не удалось сделать Шукшину? Обо всем этом можно узнать, прочитав книгу, найти которую можно в читальном зале Дворца книги. А вы читали Варламова? Делитесь в комментариях.